Краснодар идет праздник мотоспорта. 14 и 15 августа там проведут первый и второй этапы совершенно нового чемпионата по суперкроссу Yard SX Cup. Главный приз – 1 миллион рублей, дополнительный, но не менее интересный – возможность подписать контракт. Также с 1 по 5 место мы разыгрываем, так сказать, тоже новинку в мире мотокросса. Это контрактная система, то есть люди будут получать контракты на участие в следующем сезоне, то есть возможность получать зарплату, получать какие-то гонорары, спонсорские какие-то соотношения. В общем, все сделано для того, чтобы участник мог реализовывать себя в дальнейшем в этой серии гонок. К участию в Yard SX Cup приглашаются все желающие, но на старт финального заезда выйдут только 12 лучших пилотов. Чтобы попасть в эту дюжину, спортсменам нужно успешно пройти отборочный тур, включающий гонку на выбывание и на лучшее время круга. Проходит много организационных заездов, то есть квалификации, тренировки, отборочные соревнования. Это проходит за 2 дня до самого шоу. И в сам день шоу проходит только 3 заезда. Это 2 отборочных заезда и 1 финальный заезд. Все это будет протяженностью не больше 20 минут. Yard SX Cup – уникальное мероприятие, сочетающее в себе мотогонки и зрелищную шоу-программу. Несмотря на то, что чемпионат совсем новый, на него заявились и известные спортсмены, за плечами которых опыт в европейских и мировых сериях. На самом деле я принимаю участие, чтобы попробовать победить и забрать главный приз. Я думаю, что большинство гонщиков именно для этого и принимают участие в этих соревнованиях. И в принципе очень высокого ранга соревнований, поэтому будет достаточно интересно. Интересно, что Yard SX Cup привлекает не только отечественных спортсменов. Например, Алекс Сон прилетел в Россию из Южной Кореи. Хочет попробовать свои силы и получить новый опыт. Я приехал специально для того, чтобы принять участие в чемпионате Yard SX Cup, потому что для меня это возможность получить новый опыт и научиться чему-то у быстрейших мотогонщиков России. Следующие этапы Yard SX Cup пройдут в октябре, там же в Краснодаре. А в дальнейшем организаторы планируют перевести чемпионат в формат турне, чтобы гонки проводились в разных городах и все желающие могли на них присутствовать.